Всем привет! Всем здрасте! Сегодня 31 января. Это день, который частично меняет мою жизнь. Я рада, что вы все здесь. Я очень волнуюсь, у меня трясутся руки. Мне очень страшно, мне хочется плакать от счастья, что это все происходит со мной. Спасибо, что вы все пришли. В общем, что я хочу сделать? Для начала я бы хотела вместе с вами посмотреть клип. И после клипа я бы хотела избавиться от маски навсегда. Давайте посмотрим его вместе, снимем ее и закроем эту главу. Эпоха закончилась, но начинается новое. Мы не должны стоять на месте, мы будем с вами идти дальше. Хочу сказать большое спасибо всем вам, кто подталкивал меня на это. Для меня это было очень важно. Я очень этого желала, очень этого хотела, так же сильно, как и вы, но я не могла от этого избавиться так просто, как вы думаете. Просто снять и все. Вот, поэтому сегодня мы будем избавляться от этого образа, который тянул меня вниз, от этого образа, который очень много решеток передо мной поставил, от этого образа, который просто высосал меня, и образ, с которого высосала все я. Мне очень хочется, чтобы сегодня в этот важный день я была с вами, именно поэтому я запустила стрим. Мне было очень страшно это делать и на это решиться. Я сегодня весь день буквально вот с такими вот руками. Я чуть подготовилась, я сделала такой фон, который вы узнаете, заценили ли вообще эту штучку. Я не хочу, чтобы вы думали, что типа все, тендер любая, больше не тендер любая. Все, больше нету этого образа в маске. Дело в том, что теперь не будет образа. Теперь мне хочется просто быть собой, делиться собой, своим настроением, своим самочувствием, со всем, что есть у меня, с вами. Я очень долго и много работала над собой, чтобы прийти к этому шагу. Я понимаю, что вам в основном всем интересно, чтобы я просто сняла сейчас маску, но мне очень важно выговориться, я хочу, чтобы вы это услышали. Очень долгое время я старалась быть собой, которой я была раньше. И пока я скрывала ту себя настоящую, я успела вырасти и создать новую себя. Хочу, чтобы вы увидели. И чтобы мы начали с вами новую главу, очень важную для меня, и я думаю, что очень ожидаемую и очень желанную от вас. Давайте посмотрим клип. Я хочу увидеть вашу реакцию в режиме реального времени. И после клипа мы от этого избавимся. Мы закроем эту главу. Офигенную главу. Было очень круто. Я помню столько моментов очень крутых. Короче, я просто, если честно, в невероятном шоке, что это произошло. Прошу тебя, уходи, не мешай мне жить. Не хочу тебя любить, не хочу тебя любить. И помни ту боль, что ты причинил. Раз, два, три, хлама, я уже разбита. Для тебя нам причин слиться. Валя, я смогу одна, просто не мешай. Только мужчин, я как будто Ольга Бузова. Пламя в груди, будто больше не могу дышать. Но мне нужно больше, ай, мне нужно больше, а. Но мне нужно больше, ай, мне нужно больше, а. Ты знаешь, что это не про меня, я не такая. Не буду выбирать никого, но знаешь, они не стоят моего внимания. Как забыть ту боль, что ты причиняешь. Вот этот кадр мне очень нравится, очень красивый. Очень красивый. Спасибо. Ребята! Офигеть, они
Я не знаю, от кого это. Я ждала вообще-то другого курьера. Я думала, мне придет еда. Я не знаю, от кого это реально, но это очень жестко, очень круто. Это еще добавило мне тряски в руках. Все. Показать вам щечку, может быть? Щечку показываю. Зацените мою щечку. Это настолько тяжело, настолько это сложно. Я даже не представляла, что настолько это будет сложно. Ё-моё, это ужас, у меня так руки трясутся. Давайте все вместе дочитаем до трех. Раз. Два. Три. Это какой-то ужас, ребят, реально, я не знаю. Я не могу поверить, что это происходит со мной. Ужас какой. Я чувствую себя голой. Я чувствую себя очень голой, реально. Я не могу смотреть в камеру. Все, что я могу вам сказать, ребят, что я очень счастлива, что это происходит. Я не могу смотреть на себя или или в камеру, потому что я абсолютно не привыкшая к камере. Я не привыкла к тому, что мое лицо видно. Я не привыкла к тому, что видно мои эмоции. Я очень стесняюсь. Хочу, чтобы вы это понимали и знали, что первое время мне будет просто очень жестко стеснительно. То, что я разговариваю, я не могу просто поверить, что вы видите все, что я прятала 4 года. И у меня ощущение, что это все неправда. Что мне это все снится. Я рада, что это не сон. Спасибо, что вы разделили этот момент со мной. Я просто не знаю, что еще сказать. Я не готовилась абсолютно. Единственное, что я подготовила, это хромакей. Я попросила Аню принести хромакей, поставить его и сделать мне старый фон. И еще могу показать вам свою коллекцию масок. Показать вам, что насколько вот этой маске уже плохо. Я стираю ее каждую неделю. Каждую субботу обычно. Реакция на клип Тендерли Бая. Я вижу Жожо, вижу Поку. Жожо с Диппинсом. Давайте посмотрим, начнем с них. Мне непривычно, я теперь не могу губы кусать. Я теперь не могу ничего делать. В конце стрима, в конце этой реакции я расскажу ее самый страшный секрет. Поэтому она где-нигде ему не рассказывала. Я просто один раз увидела грязные трусы. Что? Что мне включил? Давай, показывай. Телек заш... Давай! Тихо, давай! Тихо! Да, блядь! Сканет! А что они заблюли? Охуеть. Блядь, каминка, сучка, блядь. Жди, Мина, честно, выглядит такая, знаете, как милашка. А здесь она выглядит такая, блядь, восточная принцесса, сука, шахерезадка. Точная девица, блядь, пустыни, блядь, вообще очень сильно. Что, да хуя раз в жизни видел без маски, блядь. И мне не особо, типа, шокирующе это. Но помню, когда я первый раз увидела Мину без маски в жизни, типа, для меня было пиздец странно, потому что... Алло. Ну я как человек честный скажу то, что я впервые вижу вот в клипе вместе с вами ее без маски. Да, у меня эмоции тоже удивительные. А давай пятку покажу. Клип до. Ну я тоже привык уже, да. Ну да, уже это привык. Тоже не знаком? Реакция настоящая. Ты тоже не знаком? Брат, я ее видел на день рождения у друга. Бля, я только на стримфесте видел, ебать, алло. Да не. Да, я только на стримфесте видел, она там маску сняла, что-то увидел. Я только на стримфесте видел, про этот момент говорю. Только на стримфесте. Да нет, я не буду тебе врать. Аудитории ты врешь. Не было. Не смотри мою реакцию, я кринжовый. Хочу тебе сказать, ты молодец, вообще солнышко, вообще принцесса, самая красивая девочка в мире, которую я видел. Извини, это просто неадекватно, не хочу, чтобы меня позорил. Да нет, очень мило, наоборот, смешная реакция. Спасибо большое. Да, ты реально очень крутая, очень смелая, очень красивая. И такой вопрос еще. А я могу с тобой дружить снова, потому что ты сейчас крутая, красивая на хайпе, когда без маски меня, но ты красивая, крутая. Спасибо, Сереж. Хоть мы и родились в разные месяца, но так я считаю, что твой второй день рождения 31 января, потому что в этот день ты показала себя новую и переродилась. Ты молодец, реально легенда. Спасибо, Серег. От Амины веет сексом. Не сексом, уже половозрелые женщины, готовые к соитию. У меня монитор вырубился, алло, это плохой знак, что я сказал? Ой, какая красивая, блядь. Ой, какая красивая, сучка, блядь. А мне прошлый кадр больше понравился, вот до этого. Который... Ой, какая сучка, блядь. Вот знаете, реально, вот знаете, блядь, сейчас на Амину так вот смотришь, и вы заметили, раньше девочки надевают там какие-то, блядь, как красивые купальники, либо еще что-то, а Амине просто нужно маску снять, и я уже хочу взять, сидеть и начать... Фу, ты мерзкий, реально. А я что, я честно за то говорю, так все думают, так все пацаны думают, и женщины тоже. Так все женщины и пацаны думают. Только мужчин, я как
Какая, блядь, буза. Она вот это у меня платье попросила, одолжила перед съемками, она мне продолжает это платье до сих пор не дала. Да, это его утяжки на ноги, нахуй. Dream big. Ну, мне кажется, что я мечтаю о больше, блядь, о пенисе побольше, блядь. Ну, ну ладно. Серёжа! Все, ебало вальни, ебало вальни. Dream big, блядь. А хуй у меня маленький все равно. Ебать, drop beat пошел. Гиперпоп. Че, let's go, еще посмотрим какую-то реакцию. Но Жижок как будто очень круто отреагировал, мне очень понравилось. Он в шоке, как будто уже с нулевой. О май гад! Амида без маски! Что? Что? Бля, ебанутый трек на самом деле, охуенный клип, просто пиздец. Спасибо! Ну примерно 1000 из 100, если честно. Прям вообще ебанутые какие-то эмоции испытал, если честно. Ебанутый трек, ебанутый клип, просто пиздец. Очень все красиво, конечно. Я в ахуе, чат, я в ахуе, честно, я сам в ахуе. Я не знаю, это, ну это разъеб на самом деле. Трек охуенный, мне понравился. Я его даже себе в ВК добавлю. Типа я ее увижу, как обычно, ну, Амина, Амина. Сейчас посмотрим. Но говорят, что хороший клип, да? Че, гоу? Сразу заценим тогда, че. А как называется? Дауби, дауби? А, ломай. Нет, Амина, нет! Чел пишет, у него нос, что? Да, чел, как и у всех, прикинь. Но, кстати, необычный жанр музыки какой-то, если честно. Попса, дабстеп. Не, он какой-то техный, не техный, я не знаю. Смесь, да, какой-то. А Мазелов делал реакцию? Я бы как будто... Больше всего хочу посмотреть реакцию Мазелова, как будто. Мне интересно. Мазелов реально лучший. Уже нарезки. Почему люди так скринят как-то, я не знаю. Тендрибай, лицо без маски, все фотографии. Let's go, погнали? Эту фотку я сама загрузила. Ой, сейчас тут смотрите какой трек. Здесь мне может быть лет 14-15. Это моя слева, моя была самая лучшая подружка в школе. Я знаю, чем тебя мне развеселить. Не плачь. И старые фотки. Вот это я сама слила с братом. Малышка, собирай все. А есть фотки без маски? Ого, эту фотку где вы откопали? Нека реально легенда. Но согласны, Нека реально легенда. Это очень жестко было. Дед, кошка, мне нос Я спалила, так растерялась в тот момент, ребят. Это был шок для меня. Это был для меня просто шок. Бля, вот пи***й, тварь, да. И вот это вообще для меня был стресс. Я, короче, с друзьями своими, вот Рената и Влад, пошла кататься в парке Горького на самокате. Я просто иду, я только сделала нос. Мне только сняли гипс, вот только буквально неделю назад. И я просто... Смотрите на мой шок в моих глазах. Смотрите на мое лицо просто. А? А зачем? Сейчас, единица. Сейчас. Я все, я уже... У меня началась истерика в этом. Вы прикиньте, как... Это рандомно случилось. Абсолютно рандомно. Я даже не знала, что... Я даже не знала, что он там. Я не знала, что он стримит. Хотите, покажу, какие у меня маски есть вообще за всю историю? Сколько масок я накопила? Это просто жесть. Но это стало как будто тоже... Ну, легендарный, согласны? Но она мне очень идет, согласны? Мне как будто это лучше. Эта маска тоже, я часто в ней появлялась, но, типа, знаете, в основном на мероприятиях, короче, типа такая. Вот эта маска, я была ей очень благодарна за то, что она у меня была, и я смогла дышать и есть на стримах. Но я сделала ее собственноручно своими руками. Эту маску тоже я носила на мероприятия всякие. Иногда я выворачивала и носила наоборот. Maybe, baby, maybe, maybe, baby. Лучше твои детки, лучше всех на свете. Губы пахнут малиной, девочка с горбинком. Мальчики, соберитесь, некрасиво. Maybe, baby, maybe, maybe, baby. Лучше твои детки, лучше всех на свете. Губы пахнут малиной, а с горбинком. Соберитесь, некрасиво. Maybe babies, baby face on the plate. Marilyn Manson, my
Я очень рада, что подарила вам такие эмоции, реально. Это очень круто, что вы такое испытали. Я тоже самое испытывала. Да и сейчас испытываю. Будем двигаться дальше. Где Амина? Да ушла. Ребята, где Амина? Где Амина? Ребята, где Амина? Где... Я Мадина, я Мадина. Ребят, куда? Где? Что сейчас было? Я так счастлива, я выдохнула. Все, мне стало легче. Я просто ничего не подготовила. Я просто думала, что я сниму маску и офну через 10 минут, типа. И все. Давайте мы с вами просто увидимся чуть позже. Следующий мой стрим будет ИРЛ со Стамбула. Всем большое спасибо. Все, ребят. Пока!